Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 11 ақпанда ұлттық теңгеміз, валютамыз теңгеге қатысты қабылданған шешіміне байланысты брифингтер топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Кеше біздің алаңшамызда ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов сөйлеген болатын. Сонымен қатар басқа да қонақтар, меймандар болды. Бүгін бізде біздің алаңшамызда 4 брифинг өтеді. Бұл брифингтердің барлығының тақырыптары осы ұлттық теңгеге қатысты мемлекеттік және ұлттық компаниялардың төңірегіндегі қабылданып жатқан шешімдер, олардың алдағы уақыттағы саясаты. Бүгінгі брифингтің басты тақырыбы Қазақстан жаңағы ұлттық банкінің теңгеге бағамына түзетілімі бойынша шешіміне орай алдыңғы қатарлы торапта ұлттық көліктер, көлік тасымаушылдар мен операторлардың пікірлері мен іс-әрекеттері. Ұлттық валютаның жаңа бағамы осы салаға қаншалықты әсер етеді және ықпалы қандай? Осы сұрақтар төңірегінде әңгімемізді өрбітеміз. Осындай өзекті мәселеге жауап алу мақсатында бүгін біз жолаушылар тасымал акционерлік қоғамының, Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы мен Air Astana компаниясының сату және маркетинг бөлімдерінің басшыларын шақырып отырмыз. Уважаемые коллеги, главная тема сегодня брифинга службы центральной коммуникации – это реакция и мнение ведущих узловых национальных транспортных перевозчиков и операторов на решение Национального банка Казахстана по корректировке курса тенге. Насколько новый курс национальной валюты может оказать воздействие и какое влияние? Вот это главная тема у нас сегодня. В рамках информирования общества по наиболее актуальным вопросам мы сегодня пригласили на брифинг председателя правления акционерного общества пассажирские перевозки казахстанской Казахстан темир жолы Ермек Накипаевича Тулегенова, а также старшего вице-президента по правительственным и законодательным вопросам безопасности компании Air Astana Ербола Абдуллаевича Оспанова, а также вице-президента по связи с общественностью Air Astana было Леонидовна Тормышева. Ирке, поставим сізге сөз. Журналист, қайырлы таң, құрметті журналистер. Біздің енді ашық акционерлік жолаушылар тасымалдау қоғамы жалпы жолаушылардың пайдаланатын көлігі. Сондықтан біз былтыр 20 миллион 450 мың жолаушыларды тасымалдадық осы Қазақстан Республикасы бойынша және де жаңағы сыртқы мемлекеттерге. Сондықтан біз бүгінгі жағдайға байланысты теміржол тарифтерін біз ешқандай қымбатпаймыз. Соны айтайын деп едік. Сондықтан биылдың өзінде, қаңтар айының өзінде 1 миллион 675 мың жолаушылар тасымалдадық. Ол былтырға қарағанда 600 жолаушыға көп. Сондықтан осы биылдың көлемінде бізде былайша айтқанда дерегулирование тарифы деп істейміз деген бізде сондай жоспарымыз бар. Бірінші, екінші жартыжылдықтан осыны бастаймыз. Мынау енді мына Тальга деген пойызымыз бар. Сондықтан біз енді мынау барлық басқа мемлекетті, Ресей мемлекеті, шет мемлекеттері пайдаланып жатқан тарифтер, сондай тариф дейміз. Ол не деген сөз? Егер де жолаушы 45 күн бұрын билет сатып алатын болса, сонда ол билет алған коэффициентке бойынша арзанға сатып алуға болады. Егер де жолаушылардың жаңағы ыңғайына қарап оны істейміз. Және де біз тағы да бір айта кететін жай, мынау қасымыздағы мемлекетін, Ресей мемлекетін алатын болсақ, Украина мемлекетін алатын болсақ, мынау өзіміздің ішкі тарифтер оларға қарағанда, Ресейге қарағанда 3,5 есе біздің тарифтер арзан. Темір жолдың тарифі, ал Украина қарағанда 1,5 есе және 2 есеге арзан бүгінгі таңға. Сондықтан соған қарамастан біздің жаңа қоғам әрі қарай билетті ешқандай қымбатпайды. Соны айтайын деп едік. Сол айтайын дегенім әрі қарай. Акционерное общество АО «Пассажирские перевозки» является одной из основных компаний, которая обеспечит мобильность населения нашей страны, полностью осознает социальную ответственность. И в связи с этим на сегодняшний день мы не планируем пересматривать тарифы на железнодорожные перевозки в связи с девальвацией тенге. В 2013 году мы перевезли 20 миллионов 450 тысяч пассажиров. Спрос на наш транспорт очень высок, это можно сказать,
почти больше того населения, которое в вашей стране находится, все воспользуются, 20 миллионов 450 тысяч пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом. И намечается тенденция роста даже в январе 2013 года, этого года. В этом году перевезено пассажиров 1 миллион 675 тысяч пассажиров. Это на 600 пассажиров больше уровня прошлого года, января 2013 года. Вместе с тем общество планирует дерегулирование тарифов на несубсидируемые перевозки, в результате которой тарифы на скорые поезда, коммерческие перевозки будут снижены в зависимости от сезонности и глубины продажи. Но следует также отметить, в сопоставимых условиях тарифы по сравнению с Российской Федерацией и по сравнению с Украиной на сегодняшний день ниже, чем у них. Если с Российской Федерацией сравнить, то на 3,5 раза ниже наш тариф, а с Украиной на 1,7-1,5 раза ниже. Вот на такую работу мы на сегодняшний день проводим. Рахмет. Теперь передаю слово конкуренту Казахстан Теміржол компании Растана. Ну, Растана является большим конкурентом для Теміржолы, потому что если они перевезли 20 миллионов пассажиров, то мы в прошлом году перевезли только чуть больше 4 миллионов, поэтому, естественно, по объемам железной дороги гораздо перевозки больше. Но, тем не менее, значит, в рамках политики по коррекции курса национальной валюты нам мы тоже хотели пояснить нашу позицию. Естественно, все знают, что безопасность полетов – это первый приоритет. Регулярность, комфорт пассажиров и, вообще-то, авиация – это авиакомпании состоят из трех составляющих. Это безопасность полетов. Второй приоритет – это сервис и комфорт пассажиров. И третий – это умение менеджмента извлечь деньги из первых двух составляющих. Поэтому вот в нынешних условиях, конечно, они нелегкие. Повышение, корректировка вот это на 20%, которая произошла, она отразится на финансовой деятельности компании, потому что структура доходов такова, что 70% продаж происходит в тенге, в национальной валюте, а при этом 65% идет расходы в валюте. Потому что все полеты за границу, расчеты идут там не только в долларах, еще и в евро происходят расчеты во всех международных аэропортах. Самолеты закупаются, и расчет сейчас идет все тоже за запчасти, за лизинг самолетов тоже в валюте. Поэтому, естественно, это будет тяжело. Но, тем не менее, в этих условиях также ощущая свою социальную ответственность, авиакомпания на внутренних рейсах пока не планирует повышать никакие тарифы. Притом, хотел бы сказать, что мы были, Астана создана в 2002 году, и при этом ни разу повышение тарифов не происходило, даже в 2009 году, когда тоже корректировка курса была. То есть мы исторически используем курсы, те, которые остались нам от предшественников, это авиакомпания «Эйр Казахстан». Вот, поэтому мы будем стоять в рамках этой тоже политики. Вот, ну, естественно, у нас там будут некоторые пожелания тоже, чтобы нас поддержали, потому что в последнее время все знаете, что энергоносители подорожали, и при этом раньше, где-то до 2009 года, в структуре себестоимости билета 26% было расходы по авиакеросину. Сейчас эта цифра увеличилась до 30%, но эта цифра увеличилась еще до девальвации, то есть эта девальвация сейчас никак к этой разнице в 4% не имеет, это общий там тенденция повышения цен на авиакеросин. Поэтому у нас вот в этих условиях просто будет тоже просьба, чтобы нас поддержали с фиксированием цен на авиатопливо. Наша ежегодная потребность в этом году 250 тысяч тонн, это очень большая цифра. Но что такое 250 тысяч тонн, что вот журналисты представляли, вот одна цистерна это 60 тонн, то это примерно, наверное, сколько? 4 тысячи или 40 тысяч цистерн, вот то, что мы потребляем, это очень большое количество. Для справки, Boeing 767 имеет 72 тонны заправки, это одна цистерна керосина закачивается в крыло самолета, и он после этого летит. Это отступление. Поэтому в этих условиях мы также будем стараться держаться в этих ценах по внутренним перелетам, по внутренним перевозкам.
потому что 80%, как я сказал, это наши пассажиры, и из них 70% вот оплачивается, мы получаем сборы в тенге. Рахмет. Все? Пожалуйста, вопрос. Фариза. Алмат телеарнас, Фариза Шемша. Менің сұрағым Оспанов мырза сізге бағытталады. Девальвация жайында бірінші ақпар пайда болғанда, Air Astana-дан ақпар шыққан еді, интернет арқылы сатылып алынған билеттерді ертерек алу жөнінде өткені баға көтеріледі деді. Енді қазір сіздің айтып отырған мағлұматыңыз мүлдем басқа. Мұны қалай түсінсек болады? Пожалуйста. Ну, у нас, как я хочу сказать, что если даже были какие-то в интернете статьи, заявления, то я еще раз повторюсь, что на внутренние перелеты никакого повышения тарифов не было. И мы пока, нас просто наблюдаем, какая будет тенденция. Ал сыртқа ұшатын рейстерге қалай болмақ? Халықаралық рейстер. Международные полеты, произведена была корректировка. Общее увеличение где-то было около от 7 до 10%. Вот. Но на некоторых маршрутах, такие как направление на Астана-Москва, Алмата-Москва, Астана-Стамбул, Алмата-Стамбул, корректировка не производилась. То есть мы там стоим на этих же ценах. На остальных международных где-то от 7 до 10% уже была произведена корректировка. Ахмед, пожалуйста. Это временное явление тоже. Хочу опять же сказать, что это временное явление, это реакция рынка, скажем, билеты зафиксированы, скажем, вот наши конкуренты, Lufthansa там или British, билеты зафиксированы в долларах. Если он сказал, стоил $1000, то за это казахстанцы должны были отдать 155 тысяч тенге. Сейчас $1000 185 тысяч тенге. То есть это автоматически происходит. Вот. Но направление, еще раз хочу повториться, на Москву и на Стамбул из Алматы и из Астаны корректировка производиться не будет. Пока. Да. Пожалуйста. Благодарю. РЖД уже опубликовали новые образцы своих билетов, где четко видны дата, место, вагон. Собираетесь ли вы пересматривать сам дизайн билетов, нечто подобное на РЖД? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. С конца 2013 года совместно под началом АО НК КТЖ нами начата реализация масштабного проекта по внедрению технологии оформления и посадки в поезда по электронным билетам. У нас на сегодняшний день эта работа уже начата. И к концу этого года у нас тоже форма билетов изменится. Вместо обычных билетов у нас, если быть ясным, вместо обычных билетов у нас появятся электронные билеты, где будет четко указано имя, фамилия, имя, отчество, а также место. И так что мы тоже по этому пути идем. Электронная продажа билетов у нас до конца года в этом году полностью будет внедрена. Во всех еще один маленький вопрос представителям Air Astana. Какие факторы, кроме стоимости на керосин, влияют на повышение стоимости авиабилетов? На внутреннем рынке мы зависим от услуг казаронавигации, от аэропортовых услуг, от всех, кто обеспечивает нам здесь поставщики все наши, мы от них зависим на внутренних рынках, на внутреннем рынке. На международном, естественно, мы зависим от всего, но там уже, как я сказал, что он как доллар был, для них доллар как был, доллар так и доллар остался. Единственное, что вот эта коррекция произошла. Но вот это на нас кажется, и все. И ваши инвестиционные планы в отношении приобретения новых бортов? Да, это следующий момент. Это интересно, что если взять, сравнить 2009 год, корректировку курса, и 2014 год нынешний, то мы находимся в разных условиях, потому что в 2009 году у нас все самолеты находились в лизинге, и там были просто лизинговые платежи. В этом году, в 2012-2013 году, мы закупили 6 совершенно новых самолетов, и теперь у нас есть обязательные платежи, которые значительно утяжеляют нашу ситуацию в этих условиях. Вот. Но, тем не менее, этот уже факт произошел, и, естественно, нам в этих условиях мы сделали корректировку. Если в 2013 году у нас было увеличение провозных емкостей на 20%, а пассажиропоток увеличился на 14%, то в этом году мы, наверное, ожидаем, мы в этом году тоже ожидали рост, но теперь будет, видимо, уменьшение где-то порядка
в два раза 7%. Но тем не менее, хотел бы еще раз сказать, что в условиях любых корректировок цен, любого там финансово увеличивающегося бремени, естественно, для авиакомпании это первый приоритет — безопасность полетов, безопасность пассажиров. Мы все прекрасно это знаем, что это после тех вот реалий, какие, которые были трагедии, все знают, что это не просто звук. Вот, поэтому, естественно, регулярность полетов. Также мы находимся в таком положении, когда мы получили 4 звезды Skytrax и номинацию «Лучшая авиакомпания на Центральной Азии». Естественно, на нас это наложило значительное обязательство. Вот, и мы теперь не можем сделать шаг назад. Там эти номинации оцениваются по многим позициям, по регулярности, по сервису. Естественно, мы для того, чтобы стоять на этой планке, на этой же ступени, мы должны, естественно, не терять ни позиции, ни в сервисе, ни в регулярности. Рахмет, поэтому... пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день, Асхат Ниязов, 7 канал. С начала года тарифы на ЖД проезд увеличились на 7%. Как в этой связи улучшилось качество перевозок и что вообще изменилось? Спасибо. Ну, повышение тарифов существенно повлияет на улучшение финансовых показателей. И в этом году мы планируем приобретение 300 единиц нового комфортабельных вагонов. Это, если в частности сказать, после приобретения вот этих вагонов у нас полностью сформируются из этих вагонов все поезда. Они комфортабельные, с кондиционированием воздуха, с вагонами, ресторанами и барами. Также мы намечаем покупку электропоездов, которые будут курсировать, частотой курсирования между Астаной и Карагандой, Астаной и Боровой и Астаной и Павлодаром. Вот такой инвестиционный проект мы планируем в этом году вести. А также и повышение качества, само собой. Сейчас эта работа у нас полномасштабная идет, это системная работа, и раньше мы этим занимались, и сейчас мы этим вопросом занимаемся. А дальнейшее повышение будет? Ну, я сказал же в начале своего выступления, не будет повышения тарифа. Спасибо. Ахмет, пожалуйста, следующий. Сәлеметсізбе. Бақ кезет, Қалназар Бабылай. Менің сұрағым Ермек Нақыпбекұлына. Қазір Астана вокзалында төлем терминалдары орналастырылып жатыр. Жалпы осының нәтижелері қалай болады? Қалай бітеді осының соңы? Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Шынында да осы Астана вокзалының басында төлемақы істейтін автоматтар біз қондырғы істеп жатырмыз. Ол 26 автомат Ресей Федерациясынан біз сатып алдық. Осы 17-сіне оны біз іске қосамыз. Сондықтан оның барлығы автоматтандырылу. Әр жолаушылар барып өзінің жаңа ақшасына, нақты ақшасына және де карточкамен оны билетті алуға болады. Егер де бұрын тек қана жаңа токен дейді ғой, жаңағы токен сатып алып барып распечатка істейтін болса, қазіргі мынау жақсы жаңадан қойылған нәрсенің жаңағы жақсылығы, ол барасыздар да карточкаңызды саласыз, я болмаса жаңағы нақты ақшаңызды саласыз да билеттеріңізді ала бересіз. Және де оның ішінде жаңағы біздің ол жерге қойғанымыз жаңағы информационный табулар қойылды, оның ішінде біз барып өзі барлық не информацияны алуыңызға болады. Қай пойыз қай кезде жүреді, бағасы қандай, сондай центр біз ашып жатырмыз. Онда қондырғылар тек Астанада ғана болады ма? Астанада да болады, Алматыда болады, барлық нелерде болады. Осы бүгінгі таңға неттім, жаңа мен бір алдында өзімнің сұрақ қойған кезде, бір үлес қойған кезде мен айтып кеттім. Жалпы осы биыл жылдың аяғына дейін біз электронды билет сатуды енгіздіреміз. Ол не дейді, мынау оған қосымша. Сондай болып отыр, иә. Рахмет. Хабар. Здравствуйте. У меня вопрос к господину Успанову. Как долго вы планируете сдерживать цены на внутренние рейсы? И потом, хоть и вы говорите, да, что вы не меняете тарифы уже много лет, тем не менее, очень разнятся тарифы в будни и выходные. Я спрашивала как-то у авиадиспетчера, я говорю, а в чем вот вообще разница? Да? То есть там авиакеросин, я думаю, не дороже, там культурная программа по субботам нет. И все-таки, может быть, действительно, я понимаю, что там больший поток пассажиров, может быть, стоит запустить еще один рейс, вот, хотя бы по самым популярным направлениям. Потом очень долгое время в интернете шло предложение, скажем, отменить бортовое питание на внутренних тех же рейсах. Да? Может быть, на самом деле пришло время какой-то экономии для того, чтобы сохранить цены на хотя бы на внутреннем рынке? Пожалуйста.
Вообще, очень хороший вопрос. Вы правильно сказали, что можно микрофон раскрыть? Цены у нас, ну, во-первых, цены на внутреннем рынке определяем не мы, есть регулирующие органы. Мы не монополисты же на внутреннем рынке. Вот. Значит, если взять бортовое питание, то расход там не очень большой. Если эконом-класс отменить, это, в принципе, эффекта никакого не даст. Но я хочу вернуться к той теме, что вот если мы, получив 4 звезды Skytrax, мы обязаны предоставлять сервис, и мы не можем его сократить никаким образом. Мы находимся в обязательствах. Скажем, обязательная программа для того, чтобы состоять в этой номинации, мы должны иметь бизнес-лаунч. И вот в этом году, вот мы где-то в марте месяце будем презентовать здесь бизнес-лаунч. С одной стороны, это роскошь, а с другой стороны, это требование. То есть, если вы доходишь, есть правила игры, и мы должны их выполнять. Вот. Поэтому бизнес-лаунч все равно будет презентован, даже несмотря на эту корректировку курса. И он будет предусматривать для пассажиров бизнес-класса полный сервис, бесплатные напитки, бесплатные, ну и членов карточек на мат, бесплатное полное обслуживание. Вот. Поэтому вопрос бортового питания, ну, это никак не повлияет на расходы. По поводу вопроса сокращения расходов, у нас, естественно, уже, у нас есть, называется Cost Reduction Commission, это еженедельная комиссия заседает, где рассматриваются все статьи расходов, которые могут быть сокращены. В этом плане мы уже свои прикидки сделали тоже по пути снижения расходов. Например, сейчас мы начали переговоры с лизингодателями. В этом году мы ожидаем 6 новых самолетов. Вот. Возможно, придется отказаться от одного самолета, двух самолетов, сократить программу. Вот. Кроме этого, уже начались переговоры с лизингодателями о снижении расходов по лизингу. Поэтому основные расходы у нас контролируются компанией, и вот просто бутерброды – это небольшие расходы. Ербул Аблач, я бы хотел подкорректировать. Вопрос звучит следующим образом. Почему цены отличаются в выходные и рабочие дни? Это раз. Да. Что можно сделать для того, чтобы для простых обывателей… Хотя бы, для эконом-класса, чтобы максимально долгое время… Для рядовых обывателей, как можно снизить цены на внутренние? И третий вопрос звучал, как долго вы сохраните прежние цены в этом году? Вот три вопроса конкретно. Цены отличаются… Бизнес корректируется таким образом, что вот у нас есть рейс в 7 утра вылетать. В 7 утра, если вы полетите из Астаны в Алмату, то дешевле будет билет, чем, скажем, в 3 часа дня. Потому что мы, ну, как скажем, мотивируем людей, чтобы они двигались таким образом. Понятно, всем никто не хочет вставать в 5 утра, все хотят встать в 10, и чтобы в субботу там лететь в 15 или в пятницу вечером. Поэтому цены таким образом и делаются, что где-то есть заинтересованность, где-то у нас есть, ну, меньше спрос, мы там снижаем цены. Поэтому общая тарифная сетка, у нас тарифная сетка состоит около 15 разных этих цен. И мы стоим в этой цифре. То есть фактического увеличения цен не происходит. Единственное, что в зависимости от того, есть специальная программа, которая определяет, что если спрос пошел, тогда здесь эти будут дешевле билеты. Там. То есть средняя арифметическая величина заполняемости самолетов, она не меняется. Поэтому один и тот же самолет, пассажир сидит на 11-м ряду или на 23-м ряду, но кто купил раньше, тот билет дешевле покупает. То есть это, ну, нормальная практика. Вот. Как долго это будет держаться, ну, мы сейчас не можем сказать, потому что мы будем наблюдать за рынком, за пассажирами, как, за нашими поставщиками услуг, как я сказал, вот Казар-навигация. Кроме этого, у нас есть, например, поставщики услуг медицинское обслуживание. Все пилоты, все бортпроводники должны обязательно проходить медицинское освидетельствование. Там тоже очень большие расходы. Также мы будем с ними разговаривать. То есть, в принципе, мы сейчас будем в позиции переговорщиков находиться и оценивать эту ситуацию. Было ли? Я так думаю, что вы тоже хотите добавить кое-что, пожалуйста. Я буквально несколько слов о тарифах. Существуют разные виды тарифов, и у нас очень гибкая система. У нас есть тарифы по предварительной продаже,
по акционной, по распродажам. Есть тарифы, предназначенные специально для пенсионеров. Студенческий тариф со скидкой до 25%. Детские тарифы до 2 лет бесплатно, до 12 лет 50% скидки. Мы всегда советуем нашим пассажирам действовать в рамках предварительных продаж. Вы можете купить билеты заранее и зарубежные, и по внутренним перелетам. Они вам будут стоить намного дешевле. Все объявления у нас всегда на сайтах. Мы всегда, пожалуйста, готовы дать информацию. Объясните, пожалуйста, почему в выходные дни билеты разнятся от рабочих дней? Ну, здесь это коммерческая деятельность компании, как сказал Ербул Аблаевич, то есть спрос и предложение всегда. Понятно. Должны учитываться. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Келесов. Саламатсыздар. Егемен Қазақстан, Нұрбай Елмұрат. Мен сұрағым Ермек Нақыпбековичке. Қарапайым халықтың негізінен сол теміржол тасымалын пайдаланатын, тұтынатыны рас. Сұрайын дегенім, теміржолда тағы жеке меншік тасымалдаушылар бар ғой. Олар бағаны қалай ұстайды екен? Сіздерге олардың жаңа бағасы туралы мәліметтер келіп түсті ме? Және сіздер де тек осы өзіміздің Қазақстан ішінде емес, шетелге де шығатын пойыздар бар, жолаушылар пойыз. Олардың тарифі қалай болмақшы? Осылар жөнінде айтып өтсеңіз. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Мынау жалпы жеке тасымалдаушылар олардың өздері тарифті оларға қояды, сондықтан оларға біз олардың жұмысына араласпаймыз. Себебі олардың өздері антимонопольный комитетке шығады, сондықтан олардың жа тарифтерін бекітеді. Енді олардың өздері де сұрақты қою керек осы сұрақты. Және де мынау межгосударственный сообщение дейді, ол осындай жа қазіргі бүгінгі таңға қойылған тарифтер сол күйі қалады, ешқандай онда өзгеріс болмайды. Жаңа мен өзімнің алдында айтып кеткендей тариф өзгермейді. Бүгінгі таңға біз оны өзгертуге, көтеруге ондай біз жоспарлап атқан жоқпыз. Кешірерсіз, қосымша, егер жаңа жеке меншік тасымалдаушылар бағасын көтеретін болса, сіздерге халық нөпір көбейіп кетуі мүмкін ғой. Сіздер осының алдын ала қарастырып, ойластырып жатырсыздар ма? Енді бүгінгі таңға мен сізге айтып кетейін, былтыр біз қосымша пойыздарды жібердік. Мысалға мынау Астана мен мынау оңтүстік өңіріне қарай бізде жолаушылар потогы өте көп. Сондықтан біз қосымша пойыз жібердік. Мысалға Астана, Түркістан, Астана Арыс дегеннен кейін. Сондықтан біз олардың жеке меншік тасымалдаушылар Павлодар Түркістан деген пойыз, олардың бағалары бізге қарағанда сәл көтеріңкілеу болды. Соған байланысты, былайша айтқанда, мына конкуренцияны олар шыдай алмады. Олар биыл Сарыарқа компания деген мекеме қазір жоқ. Сондықтан қазір біз өзіміз тасып отырмыз ол жолаушыларды. Бүгінгі таңға бізде пойыз Астана Түркістан деген пойызымыз бар, Астана Арыс деген пойызымыз бар. Және де осы бүгінгі таңға қойылған жаңа бізге берілген заказ қанша халық болатын болса, қанша жолаушылар болатын болса, біз оны тасымалдауға барлық мүмкіншілігіміз бар. Рахмет. Пожалуйста. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым Air Astana компаниясына. Жалпы осы борт ішінде немесе әуежайда шу шығарған тәртібі қиын адамдар, жолаушылар, олар қара тізімге енгізіле ме? Бүгінде қара тізім деген бар ма? Бар болса, оған қанша адам енгізілген біздің елде? Сложный вопрос. Черный список пассажиров, которые нарушают правила, дисциплину, этикеты и так далее. Да, это действительно больная тема. И вот может, общего, вот когда говорим мы по социальную ответственность компании по отношению к пассажирам, по волнующей теме в условиях коррекции курса национальной валюты, конечно, хотелось бы получить позитивный импульс и от пассажиров по отношению к перевозчику, к авиакомпании, к служащим авиакомпании. Действительно, очень большой процент так называемых деструктивных пассажиров, они дополнительные расходы вносят, скажем, возврат самолетов, задержки самолетов. Грубо говоря, одна минута задержки самолетов обходится компании в $100. Поэтому вот каждый раз, когда если какой-то деструктивный пассажир ведет себя неадекватно, делается высадка пассажира, делается повторный досмотр до 1,5 часов, это те деньги, которые мы теряем и которые вот можно сэкономить и каким-то образом влиять на тарифную политику. При этом хотел бы сказать, что черного списка в компании нет. Согласно нашего законодательства, каждый пассажир, каждый гражданин Казахстана имеет право
перемещаться без всяких ограничений. Поэтому мы не имеем права внести его в список, ограничить его передвижение. Но, тем не менее, в авиакомпании разработана процедура, так называемый серый список, в котором вносятся деструктивные пассажиры. При этом пассажиры не те, которые просто нагрубят бортпроводнице или там, нашим агентам, а те, которые создают угрозу безопасности полетов. То есть это надо четко смотреть, угроза безопасности полетов и авиационной безопасности. Тогда их вносят в серый список. Этот серый список обсуждается. Человек находится около 18 месяцев в этом списке. Вот. Потом его, значит, серый список работает таким образом, что если, скажем, какой-то пассажир был внесен в этот серый список, то при покупке очередного билета он будет сразу обнаружен, красным там он высветится, и кассир, который будет продавать билеты, она сразу скажет: вы в прошлый раз вели себя неадекватно, поэтому мы вас помним. Естественно, пассажир уже будет находиться под каким-то впечатлением. Когда он придет на регистрацию, ему опять скажут: а, это вы, мы вас помним. Потом его будут зарегистрировать, то есть на него никаких ограничений не наложат, на его конституционные права. Он будет также зарегистрирован, также посажен там и на 11 ряд или на 21, как эта система выберет. И он будет просто под этим надзором находиться, под прессингом, под этим. Естественно, человеку неприятно, и вот таким образом мы можем только на это влиять. А при каких случаях вы не допускаете на борт человека зарегистрированного? У нас нет таких прав. Значит, интересный момент, ну, например, алкогольное опьянение, скажем, мы не наркологи, мы не можем определить, человек пьян или больной. У нас был интересный случай, когда один пассажир в Бангкок вылетал, его сняли с рейса. Естественно, он каким-то образом там сделал справку, что он трезвый абсолютно, суд выиграл, нас засудили за то, что мы его это сняли. Поэтому у нас нет таких прав, в общем-то. Но, тем не менее, у нас есть 4 уровня угрозы безопасности, которые определяются. Люди у нас, бортпроводники, наземный состав, тренированные, они могут это классифицировать. Естественно, все двигается совершенно в строках, рамках вот этой законности. И, естественно, никаких компромиссов между безопасностью полетов в этих условиях пассажирам или вот, к коррекции курса не должно быть и не бывает. Последний вопрос и вам, и Air Astana. Какие ваши планы в отношении майских праздников нашим ветеранам войны и труда, тыла? Какие будут льготы, что вы планируете? Первый вопрос, второй вопрос. Какие новые направления открываются? Пожалуйста, Сергей Сас. Ежегодно те, которые мы делаем скидки, это и в этом году тоже мы будем делать скидки. Соответственно, мы дополнительно об этом средством массовой информации сообщим, у себя рассмотрим. А по новым направлениям я скажу, которое было везде средством массовой информации, где было озвучено запуск, это по 5 направлениям скоростных поездов, по 5 направлениям дополнительно, которые я сейчас сказал, прилетные поезда, которые мы будем назначать в связи реконструкции дороги между Астаной и Карагандой, там периодично его будет увеличиваться. Также будет увеличиться периодически курсирование между Астаной и курорт Боровое и Кокчетавом. А также мы будем назначать еще один рейс дополнительный на Астана-Ерментау, а также Алмата-Павлодар. Это привидные поезда, которые мы будем покупать, новые вагоны, демагогские вагоны. А также, соответственно, будем повышать комфортность тем поездам, двум поездам. Это Алмата-Новосибирск, и также Алмата-Новосибирск и между Астаной и Алматой. Вот так, вот такие планы. Туркестан не собирается? Нет, Туркестан, мы как таковой, мы в этом году направление у нас идет в сторону направления Чимкента и Кызылорды, и поэтому через эти станции она будет пересекать, и, соответственно, отдельный поезд назначать туда нет смысла. Air Astana, пожалуйста. Ирлан Иванович. По 9 мая, по Дню Победы, у нас так же, как наши коллеги, у нас есть ежегодная программа, где мы даем билеты ветеранам, участникам. То есть она будет также программа эта работать без ограничений. Кроме этого, у нас есть право сопровождения сопровождающим, там мы билеты предоставляем. В общей сложности количество вот за прошлый год у нас вот было, Леонидовна сейчас добавит по ветеранам, сколько было в статистике прошлого года и в этом году, когда ожидается.
Вот. По расширению рейсов, географии полетов, мы также стоим на том, чтобы Астану сделать хабом, увеличить количество полетов. Скажем, в прошлом году мы увеличили, добавили 7 новых направлений, из них 5 мы сделали, увеличили из Астаны, и 2 добавили дополнительных рейсов с Алматы. То есть мы концентрируемся сейчас на развитии Астаны как хаба. В этом году сейчас прорабатывается вопрос открытия рейс Астана-Сеул. Это вот тот, который значимый такой, ну, на дальнее расстояние. Кроме этого, мы планируем больше связи с северными, с южными нашими, с нашими северными соседями, с Россией, вот эти города. Ну, в этих условиях, естественно, мы сейчас будем корректировать план. Прага-Париж. Прага-Париж. Прага у нас один из первых приоритетов, но нахождение в сером списке нас ограничивает, и мы сейчас ничего не можем сказать по этому поводу. Ждем конца марта этого года, где будет совещание в Брюсселе, там будут приниматься решения. Ну, мы так сдержанно, объективно, сдержанно оптимистически смотрим на это дело, готовы к разным сценариям. Вот. Но, тем не менее, естественно, мы, как только будет Европа открыта, мы будем развиваться. Да, я только хотела добавить несколько слов о наших ветеранах. У нас ранее действовала программа предоставления бесплатных билетов ветеранам и сопровождающим в течение определенного времени, скажем, месяц или два. И вот уже несколько лет мы предоставляем нашим уважаемым ветеранам билеты абсолютно бесплатно, круглый год. Сопровождающим будет также предоставлено право пролета на определенный период, на несколько месяцев. И должна сказать, что за время действия программы было предоставлено более 6000 билетов. Наши некоторые ветераны, которым по 85-90 лет, они летают по 5, а то и 10 раз в год. Пожалуйста, есть еще вопрос? Можно уточнить еще у Air Astana? Вы сказали, что до Стамбула не будут дорожать билеты, но тем не менее, вчера вот буквально я смотрела билеты до Стамбула и обратно на апрель месяц, на конец апреля, от 120 до 200 тысяч. Насколько я помню, такого вообще не было. От 120 до 200 тысяч тенге. Я сказал, это очень дорого. Да, ну, я сказал в своем выступлении, что вот эта корректировка цены происходит автоматически, потому что все привязано к доллару. То есть на кнопку нажимаешь, и он доллар был, 1000 долларов было 155 тысяч тенге, сейчас 185 тысяч тенге. Вот. Но теперь сейчас это вручную все пересчитывается, и именно на этом направлении все вернется назад. Это... То есть автоматически произошло увеличение, а сейчас по каким-то направлениям будет корректировка, как я сказал, от 7 до 10%. Поэтому где-то будет уменьшено, где-то будет добавлено, а на этих направлениях пока ничего не увеличивается. Потому что цены зафиксированы в Москву и в Стамбул в тенге, да. Правильно? Да, 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 да. Хорошо. Все, и больше нет вопросов. Если больше нет вопросов, уважаемые коллеги, мы приглашаем на следующий брифинг. Как я отметил, сегодня у нас 4 брифинга. Следующий брифинг в 12 часов. До встречи. Вам также спасибо.